У нас в упоре кто-то? Так, а у нас все живы, да? Так, возьмите. Кого? Здесь полевая модификация. Вань, давай ближе к нам, ближе к нам, ближе к нам. Ближе, вместе, вместе держимся. В воде? Ваш отряд в безопасной зоне. Газ взяли? Вань, взял газ? Противогаз. Давайте аккуратненько, я даже надежный взял. Так, я думаю, нужно менять угол. Здесь уже кто-то не будет, а вот с той стороны. Собираем больше. Да на этого похуй. Вон там второй. Иду сюда. Осталось только 25. Продолжайте так же. Так, мы в зоне. Так, я из церкви хуярит, церкви хуярит. А где он, с правой стороны где-то? С ратуши, ну с башни. Иду. Бля, ну у нас пока нормальная позиция. Слушайте, в спину, чтоб не залезли. Вижу движение. Вон, видишь, да, сидит? Блять. Я не вижу его. Под меня поднимите. Угу. На крыше, короче, на крыше сидит. Кто-то из вашего отряда но... вне безопасной зоны. Вот так. Порядок. Он пошел его выкупать. Ну ладно, хуй. Короче, я его разбил тоже, он разбитый там. Так, противогазы у всех есть? Да. Противник высаживает десант, следите за небом. Спину садится. Ебать, 5 команд. Внизу вот этих надо добивать по-любому. Безопасная зона далеко от вас. Поторопитесь. Пронто. Вы в первой десятке. Меня сбили огонь. Ребят, вот здесь точно есть. Нужна мне помощь. Кидаю гранату. Спокойно, я сбил. Что за хуйня? Меня за секунду вообще типа убил. Бля, чуть-чуть не хватило, ёбаный в рот. Бля, хорошая. Статистику посмотри, я даже сохраню.